Приветствую вас, дорогие друзья и подписчики. Сегодня у нас приехали пациенты. Ну, кто-то из них на повтор, кто-то первый раз. Вот человек приехал первый раз. Традиционно это жалобы на боль в груди. И в поясничном отделе, да, с правой стороны. Вот. Прошли, мы его размассировали. Тут сразу даже по вот этим следам, которые остаются после, сразу видно, что проблема больше с правой стороны. Вот. И как выяснилось, то есть вот он сам говорит, что в грудном отделе боли как раз больше с правой стороны. Как будто нож да воткнули. Да, как иголка будто воткнула. Угу. А что вы говорите, уже были где-то у куста права, да, там? Да, да, да. Где-то у себя, где-то в Самарской области? Да, в Самаре было. Угу. Но он не так у меня, так крутил, вертел весь. Ну это, наверное, мануальный терапевт. Да, 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 да. Да. Угу. Тогда полтора сантиметра пятка была, ну, ноги короче. Полтора сантиметра было, говорит. Давайте посмотрим, какая разница в длине ног его на данный момент. Ноги расслабьте свободно. Вот, лежат, я их натягиваю. Разница фантастическая, это целая пятка фактически. Вот, длина, смотрим. При пальпации здесь дичайшая боль, да? Здесь нету. Так, сейчас я такой эксперимент проведем. Наглядно вам покажу, как выравниваются ноги после того, как мы вот сейчас у него крестец наискосок стоит. Грубо говоря, вот он повернут вот так. Сейчас, когда я его выставлю, то есть ровненько, посмотрим, как выравниваются ноги одновременно с крестцом. Сейчас кто-нибудь из вас, ребята, поснимайте. Подержи. Вот с той стороны. Вот прям возьмите в ней. А, тыкать ноги возьми. Угу. Делаем натяжечку. Вот этот цвет. Вы сюда поближе. Вам прям вот снимать сюда надо будет. Вот отсюда, с этого ракурса смотреть. Вот так, так понимаешь. Катя, ты держи, как я все время. И прям постоянно вы снимаете. Смотрим. Я начинаю работать с крестом. Вы расслабьтесь. Немножко больновато. Идет на место. При каждом ударе видно, что ждет. Да. Нога встает на место. Катя, протяжечка право-лево и чего? Вот, отлично. Все, последний раз. Почти ровно. Все. Вот вам наглядный пример того, как одновременно с выравниванием крестца выравнивается длина ног. Вот, пожалуйста, сейчас на данный момент это выглядит так. Фокус. Теперь здесь при пальпации боли нету, да? Замечательно. Да, сразу, то получается левая ягодица выше была наискосок, поэтому если просто вот лежит и посмотреть взглядом, который уже, как говорится, на этом деле натренированный, то сразу видно, что вот человек лежит перекошенный весь. Обычно человек может посмотреть и сказать, да вроде лежит, он лежит, ничего такого, да? На самом деле видно, что какая сторона задана, куда он повернут, внимательно посмотреть. Теперь на руки отожмитесь, как от пола отжимаются. Ложитесь. Я планирую еще такой эксперимент провести, наглядно показать. Сейчас хочу приобрести тепловизор, и то есть вам наглядно показать, что на самом деле разница не только длины ног, но и температура ног. Как правило, та нога, которая короче, которая спазмирована сторона, в той стороне нарушено кровообращение, и эта сторона, эта нога всегда холодная. И на тепловизоре четко видно, что нога холоднее. Вот я замеряю вот таким вот приборчиком, там сразу видно, но на тепловизоре это будет выглядеть
гораздо интереснее, то есть когда мы правим крестец и как тепло начинает идти в ноги. На самом деле пациент всегда ощущает, когда тепло начинает идти в ноги вместе с иннервацией. Я думаю, скоро будет такой ролик, покажем. Будет очень интересно. Минус в том, что тепловизор дорого стоит. Так что эксперимент не дешевый. Хочу также, как говорится, пользуясь случаем, напомнить, что у нас идет сейчас, на данный момент, идет набор в группу обучения костоправству. Вот. Звонить нужно в рабочее время, если кого-то интересует, с 9 до 6 часов по оренбургскому времени, кроме понедельника и воскресенья. Номер будет указан снизу под видео. Также будут указаны номера для записи на прием. Давай переместим повыше. И вот 90%, к сожалению, пациентов ходят с такими жалобами, там, по больничкам, с такими перекосами огромных. И бедолаг, вот как его, вот уже грыжу ему усекли, вот видите, да, послеоперационный след. Грыжу усекли, толку совершенно никакого. Порезали ему там связки, мышцы, фасции, все нарушено, да? Зашили ему все, вот он ходит бедолага, дальше мучается. Смысл какой резать себе, да, в этом случае? Пока перекос не уберешь, вот тут, пока на место не поставишь крестец, ничего не изменится. Он просто кремень лежит. Ну, после операции я там поднял. Я сказал, почему связки, мышцы там, фасции нарушены, все. Потому что, как известно, человек у нас, мы состоим из слоев, да, различных. Слой там под кожей идет, там мышцы, там еще. Все это скальпелем разрезается. И когда все это зашивается, да, все это все равно будет единая спайка. Как бы там ни это самое. И прежнему уже это место никогда не будет. Хоть там послойно зашивается, все равно там будет спаечный процесс. Давайте уберем валик. Вот так можете. Наш водитель. Вот позвонки как были у него смещены в левую сторону. Четко ощущается, что смещение идет сюда, вот в левую сторону. Вот. Делали операцию, толку нет. Хотя, в принципе, там они, да, вскрыли, они, в принципе, могут там мобилизацию позвоночника сделать.